Ровно 80 лет назад в Москве и Подмосковье началось формирование народного ополчения. Химки не были исключением. Около 500 человек встали на защиту Родины. Женщины, старики, подростки. Они хоть и не были на фронте, но всеми силами защищали свою страну. Батальоны народного ополчения внесли огромный вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков. Спасли не только нашу страну, но и многие другие государства. Мы чтим их память и по сей день. И будем всегда чтить. Вечная им память. Слава героям. В округе прошел круглый стол, посвященный памятной дате. На нем обсудили также оптимизацию работы музея боевой славы при университете РМАТ. Здесь и память, да, наших горожан, которые ценой своих очень часто жизней, да, отстояли Москву и отстояли свой родной город. Здесь плакаты, которые призывали к народному ополчению. Здесь история подвига нашего народа. Многое в музее сделано студентами. Они собирали информацию об участниках 4-й дивизии народного ополчения Куйбышевского района. Общались с родственниками ополченцев, чтобы собрать как можно больше историй о героях города. Огромная работа ведется поисковые отряды, активисты, родственники народных ополченцев. Это вот тот коллектив людей, который на сегодняшний день дает возможность показать, а что такое народное ополчение. Суть, цель народного ополчения. Мероприятие завершили возложением цветов к мемориалу, почтив героев минутой молчания. После снятия ограничительных мер планируется организовать экскурсии для школьников. Кроме того, музей сможет посетить любой желающий. А пока эпидемиологическая обстановка нестабильна, познакомиться с историей и героями родного города можно с помощью виртуального музея, созданного лидерами движения общественной поддержки.